Пушка Гаусса. Есть. Опачки. Без башки. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем проходить Doom OIK. Вы выяснили местонахождение офиса Оливии в комплексе Лазарь, из которого началось вторжение. Чтобы войти в Лазарь, вам сперва нужно пересечь особый исследовательский комплекс. Используйте снаряжение, которое найдете по пути. Понятия не имею, о каком снаряжении идет речь. Ну, в общем, надо уже наконец добраться до этой чертовой Оливии, но я чувствую, это как бы не скоро будет. Потому что у нас была всего одна прогулка в ад, а я предчувствую, что как бы их будет... Ой, достаточно. Фух. Так. Вот этот комплекс, как-то он на отшибе. А, то есть мы попадаем сюда, потом проходим дальше, а потом куда-то, я не знаю, он туда, на отшиб, что ли, совсем. Светлое будущее. Когда же мы наконец узнаем, кто же я такой? Прибытие в особый исследовательский комплекс ОАК. Крутотень. Пора нам встретиться лично. Мой кабинет на втором этаже этого комплекса. Вау. А что, если наш главный герой захочет его убить? Потому что я чувствую, что я в этой игре ничего не решаю. Я решаю только одно, буду ли я жив или мертв, и все. Он как бы слишком крут, чтобы вообще кого-то слушаться. Даже меня. Я им управляю, но я не чувствую, что вообще это как бы я. Нет. Я просто вот пытаюсь... то есть нет, я причастен к управлению вот этой невероятной разрушительной мощью. И не более. Совсем. Передовой центр исследований, разработки и производства использует новейшие технологии для создания прототипа. Вон, там чувак уже поджаренный стоит. У меня бензопила уже по полу. Как же ее прокачать-то на пятерку? Машу Вать. Жирная тварь. Ой, ну смотрите, в пузяку если лепить. О. Так, ну и что? Я ему пузяку прорвал. А, ну вот, нормально. Все. Дэм, сжри свои кишки, урод. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Да ёпарасете! Же меня запарили уже, ну ё-моё. Опять демоническое присутствие. Так, мне надо туда. А они все позак... Там ячейка. По-моему, ячейка, если я не ошибаюсь. Ну и как мне всех вычистить? Всех их. Их всех, всех их. Открыть, что ли? Ладно. Да вы обсоски. Сзади там никто у меня не вылез. Ну, что-то прям затравочка какая-то. Не знаю. О, да. Иногда их дают просто так. Как сейчас, например. Да, что улучшаем? Здоровье у меня максимум. Броня? Или боеприпасы? Боезапас увеличу. Да. Ух ты, 30 уже сразу. О, красота. Можно следующий уже в броню, например, вкладывать. Так. Ну, патрончики. Правда, мне не нужны сейчас, но ладно. Стоп, закрыт, что ли? Почему закрыто? Безопасность не подтверждена. Откуда у вас здесь столько бесполезных? Стоп, какие задачи? Штопор. Зверски убейте 5 одержимых приемом штопор. Цельтесь сзади в голень правой ноги или голову. Интересно. Повторный осмотр. Взаимодействуйте с двумя камнями рунических испытаний. Здесь, ну, понятно.
Игра в прятки. А взаимодействие, то есть не обязательно проходить. Игра в прятки. Найдите коллекционные предметы. Две штуки. О, вот это я не найду. Здесь, кстати, еще одна ячейка и один полевой дрон. Хорошо. Так. Штопор один из пяти. Да, вот на этих обсосках в начале уровня мне стоило его делать. Почему безопасность до сих пор не подтверждена? Ладно, не знаю. Зато теперь у меня все время броня сыпется. Это очень круто. О, круто. Это ж не секрет, конечно. Конечно, это не секрет. Какой-то нахрен секрет. Такс. Да будь ты проклят. Бесишь. Это не штопор? Какой это штопор, блин? Нет, это тоже не то. Фига себе. Ну кто там? А, ну да, 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 естественно. Ну уроды совсем. Что-то припухли последнее время. Так. Ну что-то не то. Вроде целился ему в правую ногу. О, ё-моё. Так. Правая, правая. Ё-моё, какая нахрен правая? Мать. На тебе. Да уж, зашибись. У нас недостаточно кандидатов, и наша вера ничто без верующих. Мы не можем без них выполнить нашу работу. И над чем вы работаете, Оливия? Я несколько месяцев не видел ни одного отчета от вашей команды. Могу ли я быть уверенным, что вы сохраните трезвый рассудок и контроль над ситуацией? Конечно. Я верю в нашу работу. Но, чтобы добиться успеха, нам придется пойти на еще большие жертвы. Это не прогресс, а безумие. Совет директоров понимает исключительный характер вашей работы. И мы понимаем, что эти жертвы необходимы для будущего цивилизации. Но ваши суждения больше не кажутся разумными. Че-то да. Еще раз, какие задания? Да не то. Рунические испытания, коллекционные предметы и штопор. Ладно, я понял. Продолжайте на свой страх и риск. Ха-ха-ха, да с радостью, блин. Давай. О! Нет? Вроде был штопор. Какого хрена? Странно. В правую ногу ударил. Наверное, это не то. Наверное, там подсечка какая-то нужна. А, стоп, у меня бензопила уже 4 стала? Я боезапас увеличил. Вот в чем дело. Я просто тупо увеличил боезапас, и бензопила стала 4. Давайте до 5 прокачаем, и все. И нормально, будем жарить здоровенных этих. Хотя я не уверен, что этих баронов. Наверное, на баронов нужно прям совсем дофига. О, бронька. Бронька, это всегда хорошо, правда? На баронов, может быть, 7 нужно, чтобы барона распилить. Так что я не буду так докачивать. А 7 это максимум, как мы понимаем. И чего? Кажется, кто-то еще остался, и я его не убил. Где-то. Кто-то где-то что-то там... Я слышу, как дерьмо бурлит у него в голове. А, все, вон там этот портал долбанный. Все понятно. Там тоже ничего. Я просто думаю, здесь какие-то ништяки должны быть по-любому. И как-то сразу, ну, во-первых, да, броня. Брони маловато, конечно. Нужно, чтобы сотка была хотя бы. А тут что-то хрен да ни хрена. Так. Во! Нет? Господи, и это вам не нравится? Да иди ты. Так. Вот, есть. Только аккуратно надо это прям делать.
И вот на таких монстрах... О, сейчас. Я хватану и буду с кулака всех валить. Блин, сдох все равно, гаденыш. Слабо, издалека пытался. Все равно сдох, падла тупая. Так, ладно. Ну, понеслась. Да, детка, пришло время мяса. Ну давайте. Офигеть, ребята. Это берсеркер. Это был берсеркер. Жаль, кончился быстро. Есть. Сожри свою печенку. Да. Есть. Какая прелесть, ребята. Мальчишки, девчонки! Видеть не хотите ли? Немножечко мяска! Вот так! Музон-то пошел! Музон-то пошел! Музон-то у нас пошел, ребята! Да! Вот и музон. Да. Господи боже ты мой. Как же это все? Да. Отвлечем. Так. Ушко Гаусса. Есть! О, почки! Без башки! Просто в клочья разнесем вас, тварей! О, да! Фух, ё-моё! Бэмс! И без руки кто-то остался! Фух! Где супер-дробовик? Отвлечем немножечко. Да. О, да. Зашибись. Хопа, бэмс. Да ты чего, серьезно, что ли? Не на того попер. Магическое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Легкая разминочка. Блин, я тащусь от этой игры, серьезно. Блин, ну здесь был газ, я забыл это, порезать кого-нибудь. Сколько там еще? Еще троих нужно, ладно. Фух. Красота. Прям. Чудненько. Броньку собрали. Вообще отлично. Опа-на, что происходит? Пусть обновление системы вас не тревожит. Это прототип нашего межпространственного силка. С его помощью я сумею вытащить вас из преисподней. Простите за встряску. Сами вы вряд ли стали бы устанавливать себе такое. Я доктор Сэмюэл Хайден. В моем кабинете есть припасы. Сюда, пожалуйста. Ладно. Я надеюсь. А чё я не могу зарядиться? Рано еще? Ладно, нельзя ничем пользоваться. Пойдемте за ним пока что. Добро пожаловать, доктор Хайден. Понитьери. Берите любые нужные припасы. Окей. А можно какое-нибудь там крутое улучшение мне дать, а?
а не вот просто патроны, которые я на каждом углу, мать его, найти могу. Серьезно. Воу. Разрушение Аргент башни ужасает. Но я все же намерен помочь вам закрыть портал. Наша работа и знания об их мире берут начало в надписях на каменном артефакте, который мы добыли в аду на заре существования программы. Мы называем его спиральным камнем. Это наша самая оберегаемая ценность. Оливия была им одержима. С его помощью мы узнали, как манипулировать энергией ада. Обращать ее себе во благо, пользоваться их ресурсами. А еще он привел нас к вам. Спиральный камень показал нам, как обуздать силу колодца. Я думаю, он покажет вам и как его закрыть. Как? Спиральный камень уже не первый год хранится в лаборатории Лазарь в кабинете Оливии. Попасть туда можно только на секретном лифте из особого исследовательского комплекса по ту сторону разлома. Кажется, вы любите оружие. Я уверен, там вы непременно найдете что-нибудь интересное. Служебный лифт в конце зала. Лучше бы ты мне что-нибудь дал, серьезно, кроме какой-то лажи какая-то. Ну серьезно, я эту хренотень везде нахожу, она мне не очень-то нужна. Ладно, зарядились. Погнали. Это только начало миссии. По сути. Так, вижу какие данные. Хайден. Ага. Ладно. Кстати, что я хотел еще глянуть? Я хотел глянуть монстров. И барона Ада. У него есть уязвимые места какие-нибудь? Да, блин, не то. Как тут переключиться? Вот. Подробности никто не знает. Ля-ля-ля. Призыватель тоже ничего не открыто. Ладно, хрен с ним. И тут топливо. Блин, ну что-то я как-то это... О, давайте сейчас попробуем его завалить. Нет, надо было выше целиться. Так. Бьет куда-то ему в туловище, блин. Почему-то. О! Преторианец. Отлично. Сколько у меня их? Так, так, так. Почему не в голову? Почему ж ты не в голову-то, а? Все ерунда какая-то. То есть он наклоняется, голову куда-то вниз, падла, убирает, блин, и из-за этого вся лажа происходит. Такс. Здесь что-нибудь есть? Ничего особенного, ну кроме кучи саркофагов из ада, ничего особенного нет. Продув к шлюза. Продуй меня, детка. Продуй меня знатненько. Оу. Неплохо. Опять портал. Сейчас мясня будет. Дикая мясня. Заодно я посмотрю, что за... Вообще надо... Что за пуф-пуф? А, все. Ой-ё! Че он решил взорваться-то, я не пойму. Так. Ракеты. Хорошо их в кучу закидывать и взрывать там. Вообще крутотень. Я просто осматриваюсь реально. Может здесь что-то еще будет? Ну понятно, сейчас блокировка зоны. Все, ладно, пошли хватать. Я правда не знаю, что это за дрянь. Ну что-то, наверное, крутое. Так, давайте вырвем у него печенку.
Ан, понеслась. Что это? Ускорение? Вау! Бэмс! Красота! Киберманкубус! Еще жирнее! Ага, ясно. Ну все, кончилось у меня. А, вот, кстати, волна там прошла уронистая. Ладно, будем знать. Короче, это... скорость. Господи. Тут придурок что-то совсем борзый какой-то. Оу, так нет, это лажа. Эту лажу мы выносим с чего-нибудь полегче. Мясо. Так, кажется, лажа кончается. Приходит веселье. Ого! Так, а вас тут нормально. Есть. Так. Да твою мать! Есть. Красавец. Пузика! Пузика! Все, что ли? Маловат. Ни баронов, ни здоровяков. Слабенько. Тик. Куда дальше? Угу. Ясно. Да ё-моё. Пошёл нахер. Серьезно. Орёт чё? Так. Хе-хе-хе. Тик. Я вот думаю, мне либо сюда, либо туда. Попробуем. А там тогда что? Карта. Да хрен его знает. Не знаю. Открыть шлюз. Блин, куда лучше сходить, ребят? Просто... в одной стороне ништяки будут, а в другой я не знаю. Там чего? Ха. Ну-ка, давайте. Вообще-то, да, мне сюда и надо. О-о-о! Не зря, не зря, не зря, не зря. Ой, не зря, не зря, не зря. Ой, не зря. Я вторую нашел на этом уровне. Ой, совсем не зря. А вот рунических пока не нашел. Так, ну чего, в боеприпасы пока что, да? Вот, еще одну вкладываю, все, а дальше в броню вкладываюсь. Все нормально будет. Все, у меня пила теперь, хоп, 5. Отлично. Пилить можно только так. А, вот так вот даже, да? Да иди ты в жопу. Ну, вот как бы я... I'm in. Пошли дальше. Так. Мне бы... понять... куда дальше-то? Ё-моё. Сюда, что ли? Подождите. Ага, погодите. Что-то по-китайски написано. Ого.
Понятия не имею, где я. Наверное, мне сюда. Полетать можно даже. Крутотень. Так, а здесь что? Какой-то лох. Пытался меня убить. Очень странно. Прям подозрительно, я бы даже сказал. Здесь тоже я включил вентилятор. И что мне? В любом случае полетать? Че, открыть что ли не могу? А. Воу. Так, сюда, 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 сюда давай. Ну, я на перепуте, но у меня такое чувство, что сюда, потому что здесь все зеленым светится. Все, я проникнул в оружейный отдел. И... сейчас поищем, что у нас здесь поживиться есть. Ну еще бы. Здесь же все кишит демонами. Господи. Тварь, ненавижу вас. Штыки клятые, блин, бесите вообще. Задолбали меня. Господи. Есть. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Отлично. Ага. Снято присутствие. Ну-ну. Что такое БФГ? Блин, я не знаю, что такое БФГ. Battle for Galaxy? Что такое БФГ? Серьезно. Я, конечно, понимаю, что это... О, привет. Как дела? Херово. А, я собираю трупик. Ей! Собери его целиком, и получишь бесплатную ногу. Так, все. Торс есть. Теперь... А, так и все, мне достаточно этого. Здравствуйте, доктор Питерс. И вам здрасте. Так. Обнаружено биометрическое несоответствие. Эй! Сканирование. Подтвержден несанкционированный. Эй! Выдворение через 5. Какое нахрен выдворение? 3, 2. Я тебе сейчас выдворюсь. Воу. Мне надо было просто залезть наверх. Мне надо было запрыгнуть на эту хрень. Я еще думаю такой, а не стоит ли мне запрыгнуть наверх? Думаю, ну не знаю. Может, что-то должно произойти поинтереснее, но нет. Там внизу еще сеточка такая классная, лазерная, прям как в фильме Resident Evil первом. Но прикольно, согласитесь, мне нравится. Удворение хорошее. Быстрее грузись, я тебя умоляю. Тут умирать вообще себе дороже. Обнаружено биометрическое несоответствие. Идет сканирование. Кстати, у меня 5 очков. Несанкционированный доступ. Выдворение через 5, 4, 3, 2, 1. Себя выдвори, дура. Активирую лазерную защитную систему. И лазерную защитную систему, блин. Детская сила. И срезала бы меня сразу же прямо в мясо. И даже присев я бы никак вообще не это. Мы вооружаем демонов ради светлого будущего. Что-то этот представитель ОК говорит какую-то хрень. Ну и чего дальше? Зачем?
типа первый раз было недостаточно. Не дорезал бы лазером, да? Я просто не понимаю, серьезно, а что? Что не так? А, нужно вот эти вот шняги, все, я понял. Да. Чего они отсюда не пробиваются-то? О. Нормально. Все по-нашему. Нет, нет! Ой, зацепил тебя за ногу-то. Какого ж хрена ты отпрыгнул от середины? Что не так-то было? Что я сделал не так? Там и так маленькая платформочка была, но в конце-то концов, ну можно было совесть-то поиметь. Нет, я, блин... Пинк, 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 пинк. Ужас. Что-то я затягиваю этот уровень, мне кажется, он короткий должен быть. Но... Как-то это... Обнаружено биометрическое несоответствие. Идет сканирование. Подтвержден несанкционированный доступ. Выдворение через 5, 4, 3, 2, 1. Давай, быстрей. Позязя. Активирую лазерную защитную систему. Почему она отсюда-то не пробивается? Ладно. Хрен с ним. Ждем. Нормально. А, теперь ты так повернулась. Вообще странно. Господи, он скачет как падла. Вот, что это такое вообще? Наконец-то. Я могу почувствовать крутость этой пушки. Ё-моё. А как меня лазером не прорезало сейчас? Понятия не имею. Что это такое вообще? Это БФГ-9000, ребят. Это что, мини-ядерный заряд, да? И что, все? Старый друг, господи, по-моему, это то, что нужно, ребята. Так. Где он? Где это супероружие? Оружие БФГ-9000. При правильном заряде, ионизации, сжатии можно испускать смертоносные, полностью управляемые порции, агент энергии. А, нет. Это в этом... в Unreal есть мини-ядерный. Аргент энергии с такой скоростью и потенциалом, который недостижимы для любого другого оружия. Применение аргент энергии в военных целях привело к разработке и массовому производству плазменных ружей, но АК поняла, что способна на большее. БФГ-9000 стал кульминацией ее усилий. Существует лишь один прототип финальной версии такого оружия. Он хранится в отделе БФГ-комплекса передовых исследований. Это оружие выпускает по нескольким целям потоки возбужденной аргент-плазмы, обладающей некоторой способностью к самонаведению. Аргент-потоки наводятся на любые скопления аргент-энергии. Обычно ими оказываются демоны, но иногда и подопытные люди, которым были хирургическим путем имплантированы аргент-маяки. Когда потоки находят цель, они за долю секунды высвобождают огромное количество энергии. Из-за этого кровь и жировая ткань жертвы в буквальном смысле вскипают. При этом цель зачастую взрывается. Это слишком круто. Офигеть. Боже, посмотрите, какая там махина, мать его, просто, блин, махина настоящая. Господи, куда мне идти и кого мне убивать срочно? Скажите мне, кого убивать? Всем сотрудникам. Кстати, ох, ни хрена себе. А где она у меня теперь? Пушка Гаусса, плазменное ружье, пулемет. Штурмач, супердробаш, дробаш, пистолет. Что-то я не понял. А... Погодите. Ракетомет, пушка Гаусса. Где? Вы издеваетесь? Где моя пушка?
вот же! Я не знаю, что это было, короче, я все взорвал, херам, я просто вспомнил, что на треугольник, оказывается, БФГ. Я тут как раз думал, что такое БФГ, потому что я помню, что на треугольник это было БФГ. Вау. Вау. Прям вау, я ничего не понял, короче, мы еще это увидим. У него очень мало зарядов, всего 3. Но я чувствую, они просто всех петрят, люто. Я думал, они меня сейчас сожрут, но я один раз нажал, и все, они все мертвы. Они все были мертвы. Я положил пистолет. Блин, все не то. Твою мать! Вот, ему надо в очкан, в очкан. Господи. Иди ты... Да иди ты на... Ё-моё, блин! С этими козлами просто задолбаешься, серьезно. Бесит. Просто ненавижу. Еще, кстати, пока вот, типа, у некоторых монстров есть анимация убийства персонажа. И пока вот она не пройдет... То есть, как бы якобы анимация, даже если ее нет, даже если просто в мясо расхреначило, нельзя начать вот заново. Поэтому приходится вот сидеть, надо ждать, 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 пока экран не потемнеет, тогда вот можно только... Ну вот мелочи такие, конечно, их стоило бы доработать, как-то убрать все это не нужно, это реально раздражает, только тратит время. И, в общем, интерес, конечно, не вызывает. Так, давайте-ка мы для начала, я попробую распилить, знаете кого? Хотя нет, подождите-ка. Для начала мы возьмем, наверное, штурмач. Вот этих вот козлов. Ух, ё-моё. Какая прелесть. Прям можно... Ой, ёлки-палки. Отходим. Блин, 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 блин. Быстрей, быстрей. Ох ты, сволочь. Ой, ой, мамочки мои, кто это в него так зарядил? Я рад тебе, друг. Топ ты не... О, всех в мясо нафиг, просто в мясо. А, стоп, это башка. Это башка была всего лишь. Ну вот, завалили мы довольно быстренько их. В этот раз меня расхреначило. Ничего страшного, бывает, 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 бывает. Так, что за мать его за хрень? Это что за мать его? Блин, ну опять горючка, ну че я не пользуюсь-то пилой? Кто-нибудь ударьте меня уже по голове. Где я? А что это? А что это я взял? Что это такое? Это же это, как его? Это к БФГ, короче. Заряды. А еще здесь урон X4. Короче, давайте заметелим. Походу, это дополнительное место для того, чтобы... Типа, test your might. Хрен ли он один-то, я не понял. Где мясня-то вся? Блин. Ой, блин, да ладно. Серьезно, ну хорошо. Четырехкратный зачем-то взял. Нахрена я взял четырехкратный, не понимаю. Блин, зараза, не вовремя. Я чувствую тут... Ого. Это что сейчас было и откуда? Я даже не знаю. Так. Ну давайте, уроды, чё вас так мало-то? Опа! Башку.
А чё бы и нет? Да. Так. Готов. Ну вот и музон попёр. Давай! Господи Иисусе! Ух, ё-моё! Ну не вырвался я, не вырвался. Всё, не вырвался, понимаю. Ну потому что я четырёхкратный не вовремя взял. Блин. Вот, найдите и убейте как можно больше демонов во время задания, чтобы набрать максимальный боевой рейтинг. Вот почему я в прошлой миссии не получил максимальный боевой рейтинг. Потому что там вниз еще можно было спуститься, и там еще завалить целую толпень. А вот я ее пропустил. Вот, иногда даже я бывает... Ну, как бы их больше на миссии, чем нужно. Так что, в принципе, всех Тави не обязательно находить. Да ладно, что отсюда, серьезно? Вы что, чекпоинт не могли там сделать? Они все заморгали-то весело. Давай. Утюг. Клычком тебя. Давай. Как же ты, тварюга. Вот, ему в пухло надо стрелять, короче. Так. Вот, есть. Штопор. Блин, улетел с одного. Жаль, быстро. Небезопасный уровень демонического призыва. Треснулся он тут, блин. Начинается блокировка. Орет. Лети в ад, тварюга, где тебе и место. Головы хреновые из задницы. Навылезали, блин. Стоп, а это что за портал? Туда же, в ту же комнату ведет? Да, он ведет реально в ту же комнату. Так, давайте для БФГ возьмем. Почему здесь нет чекпоинта, я не понимаю, серьезно. Без понятия. Внизу, кстати, есть для пилы еще. Ладно, понеслась. Короче, дурью не маемся. Сразу валим ублюдков. Как можно больше. Броньку взяли. Красота. Блин. Чуть не пойму, кто из вас кто, реально. Тасуйтесь как-то. Есть. Понравилось, как кто-то написал в комментариях, типа, а когда будет босс Ревенант? Босс Ревенант? Это получается, я каждую миссию столько боссов валю. Давай, добивай его. Есть. Господи Иисусе. Так, есть. Шел нахрен. Есть. Стерва. Блин! Ух, ё-моё, чуть не сдох. Ух! Ё-моё. Так. Мать его! Ух! Ух, ё-моё! Прелесть-то какая!
нем дыра, да, реально образовалась сейчас. Фух. Ну, где кто? Кто еще? Господи Иисусе. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Если бы меня сейчас убил последний, я бы себе пол головы вместе с волосами выдрал. Пипец. Ух. Ну все, БФГ-ха по полной. Мы завалили уродов. И, кстати... Да ладно, я почти все очки забил сразу же этим. Соски. Сосочки. Сосочечки. Всех порвал к херам. Ну так неплохо было, конечно. Прям каждая битва уже... Ой, блин, и здесь еще. А бензак я юзал? Да, юзал. Вот, еще здоровье сейчас возьмем. У меня же 200 максимум. Так что, блин, максимум. Можно было еще взять. Ладно, хрен с ним. Внимание! Прибывает служебный лифт Лазаря. Меня терзают смутные сомнения. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Ух ты, ёлки-палки. Неплохо. Мне нравится. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Давайте, снимайте, и я забираю этот, как его. А, там патрон был для БФГ. Патрон был для БФГ. Вы стервы мелкие, отдайте мне его. Он же там был. Я тратил БФГ-ху в расчете на то, что, заберу еще один. Я бы так не потратил никогда. Да пошли вы все, короче, козлы. Все напарили они, напарили просто, самым жестоким образом напарили. Все, у нас конец миссии, дорогие друзья. Я получил доступ к лифту Лазаря. Вот, собственно, и все. Всех мы порвали, порубили. Штопор я ни хрена не сделал, зато бы его рейтинг набил. Не, ну раньше как-то больше набивалось, как-то больше набивалось у меня. Сейчас как-то не так вышло. Ну что ж, дорогие друзья, это у меня все. Встретимся в следующей части. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылочки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.